легкой или тяжелой руки СМИ и отдельных, так сказать, всех знающих специалистов в интернете, он стал звучать как закон об оскорблении власти. На самом деле ведь это закон об оскорблении государственных символов. Это первое. И здесь просто, да, в нем не до конца четко прописаны были вот те как раз критерии, те субъекты, в отношении которых не стоит выражаться. Что хотелось бы вот конкретно добавить по ситуациям, связанным с Владимиром Владимировичем Путиным, физическим лицом? Это единственное физическое лицо, на мой взгляд, которое является в силу закона государственным органом, является одновременно, ну скажем так, госсимволом. То есть вот в отношении, ну скажем так, заявлений с фамилией Путин, ну лучше, конечно, чтобы там было написано «президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», чтобы не было разночтений. Мало каких Путинов у нас в стране хватает.